если женщина развелась с мужем, и у нее есть ребенок, все ей на личную жизнь просто забить? Нет, а как она думала? Ну а как, а что, не нет, разводиться, она, удерживать нет, до последнего нет, семью? Секундочку, я вам сказала, семья держится, и счастье семьи, долголетие держится на женском терпении. Ты когда замуж выходила? Ты, наверное, обещала этому мужчине, что ты и в горе, и в радости, и умрешь с ним в один день. Тогда на кой ляд ты это все говорила? И что ты родишь детей, ты его подставил. Ну, так может быть, он был инициатором развода. Это другой вопрос. Мужчина разводится, опять статистика, 90 случаев из 100 на развод подает женщина. Я так понимаю, терпелка закончилась. Это хранительница очага. Значит, 10% мужчин, которые подали на развод, это, скорее всего, нашли себе молодуху. Прямо так их там накипело и так далее. Но получается, 90% мужчин не хотят разводов, они как раз бьются за семью.